Игорь Кошин провел встречу с новым генеральным директором компании «Полярное сияние». В середине декабря в компании произошла смена собственника. Новым генеральным директором был назначен Владимир Мишкин. На встрече стороны обсудили итоги выполнения соглашения о сотрудничестве в 2015 году и текущие планы. Компания «Полярное сияние» давно и продуктивно работает в округе. В полном объеме выполняет соглашение о социально-экономическом развитии. Помимо промышленных планов, на встрече с новым генеральным директором губернатор поднял вопросы трудоустройства жителей округа на объектах месторождений «Полярного сияния», регистрации обособленных подразделений всех подрядчиков компании на территории НАУ и открытии полноценного офиса в Нарьян-Маре. Также стороны обсудили необходимость ежемесячно подавать информацию об имеющихся на производстве вакансиях в Центр занятости НАУ. Сегодня стоит задача как можно сильнее вовлечь недропользователей в жизнь округа. Речь о профессиональной подготовке и трудоустройстве наших ребят, взаимодействии в транспортной и обслуживающей инфраструктуре, отметил Игорь Кошин. В 2015 году объем добычи нефти компании «Полярное сияние» составил 376 тысяч тонн, что на 9,5% превысило плановый показатель. В рамках сотрудничества с администрацией округа недропользователь оказал финансовую помощь в приобретении высокотехнологичного оборудования для борьбы с браконьерством. Мощные катера, снегоходы и вездеходы «Трикол» помогают инспекторам Центра природопользования НАО изымать десятки километров.